Один из самых известных клубов английской премьер-лиги Манчестер Сити объявил о партнерстве с южнокорейским футбольным блокчейн-стартапом CyberBlockE. В рамках партнерства, объявленного клубом, корейская фирма включит игроков Ман Сити в свою футбольную игру FC Superstars, позволяющую болельщикам поддерживать спортсменов с помощью онлайн-игры. Компания будет официальным представителем и партнером футбольного клуба в Корее, Японии и Юго-Восточной Азии. FC Superstars – это коллекционное децентрализованное онлайн-приложение, DEP, в котором пользователи могут создавать и развивать токены футбольных звезд, а также хранить их в качестве цифрового актива. Используя это приложение, болельщики Манчестер Сити смогут создать и обучить цифровую команду, собирая и тренируя карты любимого клуба с использованием реальной статистики матча и внутриигровых ТР. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.